Всем привет! Сегодня мы бы хотели попробовать вот такую ленту герметик, битумный полимер Технониколь Мастерс. Ситуация какая? В этом году была претензия, короче, поставили мы примыкание к трубе на черепице. Вот здесь есть такое ребро, там ложится, да, у нас? И вот здесь появляются такие мостики для снега. Мы хотя бы положили уплотнитель, не помню, ложили или нет. Но суть такова, мы здесь не проклеили никакой ленты к трубе, а просто загнули на дерево. И получилось так, что снег у нас прошел прямо вовнутрь и в чердак улетел, и там образовалась небольшая кучка. Мы думали, как решить этот вопрос. Решили приобрести вот эту ленту, и сейчас попытаемся ее зафиксировать. Итак, вот что мы имеем. Получается, ленту приклеил, феном все подогрел. Очень хорошо зацепилось за металл в зимнюю погоду это. Ну, благодаря фену, наверное. А, кирпичу тоже, вот, еле-еле отклеивается. Грамотно. Вот поставлю я сюда сейчас уплотнитель, планку примыкания. И можно забыть о трубе. Вот такой узел здесь получился. Вот двойную положил. Это, в принципе, морщинки неприятные. Видимо, из-за волны. Волна и кирпич. Две плоскости не соединяются. Вот такая красотища получается. Не уровень защиты перед планкой мы устанавливаем, получается, вот такой уплотнитель по всему периметру. Сверху вкладываем планочку. Все, закрыли декоративной планкой. Классно получается. Потом штроба и мелкие штучки просиликоним. Все это покажу. Будет для кого-то благо. Ну что, вот труба и готова. Я думаю, она первая в своем исполнении. В таком. Здесь у нас лента, уплотнитель. А здесь у нас штроба. И она еще плюс загерметизирована. Вот в таком варианте. Я думаю, труба это будет служить долго и счастливо. И клиент не будет знать проблем, связанных с трубой, что что-то куда-то протекает. Ну, все. Приятно все-таки смотреть на свой труд.